Всем привет! В этом видео поговорим о том, как холдинг X5 Group вложил 2,5 миллиарда рублей в строительство логистического центра в Курской области. Российский ритейлер X5 Group завершил строительство крупного логистического и распределительного центра в Курской области. Недавно данный холдинг озвучил планы строительства нескольких крупных логистических объектов на территории европейской части России. Затраты на создание комплекса в Курской области составили 2,5 миллиарда рублей. Новый логистический центр будет обслуживать розничные магазины «Пятерочка». Его площадь превышает 40 тысяч квадратных метров. Складской комплекс включает несколько зон, необходимых для хранения разнообразных продовольственных товаров с различными температурными режимами и условиями хранения. В частности, предусмотрены отдельные помещения для хранения фруктов и овощей, продуктов, подлежащих глубокой заморозке, отдельный склад для хранения алкогольной продукции. Новый логистический центр будет обслуживать свыше 700 розничных магазинов, расположенных на территории 4 субъектов Российской Федерации. Логистический центр будет обеспечивать прием свыше 3000 тонн грузов ежесуточно. Открытие нового комплекса позволило создать в регионе 550 новых рабочих мест. С вводом в строй нового логистического комплекса в Курской области суммарная площадь распределительных центров, обслуживающих магазины только одной лишь сети «Пятерочка» в Центральном федеральном округе, превысили 400 тысяч квадратных метров. Холдинг X5 Group является крупнейшим ритейлером в России с долей на розничном рынке продовольственных товаров в 11,5%. По объему выручки, получаемой розничными магазинами холдинга в России, данная компания находится на третьем месте, уступая лишь нефтяным компаниям «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Ближайший конкурент в сфере ритейла компании «Магнит» имеет на рынке продовольственных товаров в России 7,5%. Сегодня холдингу X5 Group принадлежат торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», расположенные по всей стране, и несколько более мелких региональных сетей. Стоит также отметить, что только за прошлый 2020 год холдинг X5 Group открыл 1500 новых магазинов по всей стране и довел их количество до 18 тысяч. Это положительным образом отразилось на росте выручки компании. Так, прирост за прошлый год составил 14%.